Ютубу ХВК, с вами Apple Real 2, и да, сегодня мы играем с вами опять в Secret Neighbor, да. Как бы для вас это не удивительно было, не было, но да, мы опять играем в Secret Neighbor. И еще, наверное, для... Слушай, парень, заткнись. И да, еще, наверное, для вас будет удивление то, что я снял всего лишь второе видео по Secret Neighbor сзади. Это как-то странно, так как я буквально вчера заснял целых... Сколько я вчера видео заснял? 4 видео. Я вчера 4, сука, видео заснял. 4 видео. Ой. Да-да-да, 4 видео вчера заснял. И сегодня только вот 2 видео, если считать это. Твою мать, что у меня за китайцы в команде? О, слава богу, я ребенок. Run. Твою мать, сука, открой, молодец. Шоколадку, пожалуй, возьму. Шоколадка мне понадобится по-любому. Я верю в шоколадку. Мне почему-то кажется, что шоколадка мне прям понадобится в этом. В этой серии. Кто-то там бибикает. Кстати говоря, ребят, помните, вы писали, типа, название для клоуна-соседа? Так вот, я придумал вот то имя, которое вы не придумали вообще никто. Короче, я решил его назвать Кириллыч. Не, серьезно, сами подумайте. У клоуна первая буква в названии его, собственно, имени. Ну, не имени. Ну, короче, вы поняли, думаю. И Кирилл прям подходит отлично. Какого хера? Я зря потратил мою ускорялочку. Сука, так печально. Сковородка, возьми сковородку. Сковородку возьми, сковородку возьми. Сука, возьми сковородку. Надень. Молодец. Так, ладно, тут ничего нет. Тут ничего я нет. Почему мне кажется, что в твою мать? Почему не могу это выгореть? Что тут что-то есть? Правда, это уже поздно. Блять! Сука, меня это впервые испугало. Открывай, сука, Новый год. Hello? Не hello, тут никого нет. Тихо. Бадум! Сука, меня пугают эти звуки вечно. Так. Давайте пока побегаем немножечко. Бег нужен. Всегда, ёпта. Так. Мне нравится этот звук. Прям нравится так. Ничего нет. Может, тут что-нибудь есть? Nope. Тут ничего, блядь, нет. Так, давайте тут что-нибудь поищем. И тут тоже ничего нет. О, какое чудо-то. Какое чудо. Прям не ожидал тут ничего не увидеть. Просто чудо. Я аж прихуел немножко. Так. А вот это уже интересно. Ну, сука, возьми. Возьми ебучий ключ. Просто беги. Кстати говоря, я тут еще не проверял. Ну всех нахуй. Просто беги, блядь. Пока те не убили. Где мой фонарик? Куда делся мой фонарик? Ладно. Баги в этой игре это уже нормально. Давайте погнали, чтобы побыстрее мы дошли до ключа. Замка, точнее. Алло, ты открой, твою мать, дебил. Очень дебилка. Не знаю, как назвать нашу главную героиню. Дебилом или дебилка, это уже не важно. Так как вы поняли, уже посыл, думаю, так. Сука, что?
Ладно, забейте. Вы, наверное, не поняли, в чем прикол, почему я говорил «а-а», и потом говорил это, но... Забудьте просто, просто забудьте. Так. Открывал тут, я открывал. Шкафчик. Тут. Нет, ты это открой. Нет, тут ничего нет. Ну все, мы победили, да? Нет, мы не победили. А, остался последний красный ключ, да? Давайте берем на всякий случай молоток. Не знаю, на кое мне... Нет, уже там один только красный остался, да? Там же один только красный остался. Или я что-то путаю? Стойте. Да. Там один красный остался. Но где найти тот самый красный ебучий ключ? Так, ладно, давайте попробуем забраться на какой-то этаж. Четвертый это этаж, который, ну, помните, где... Короче, я вам покажу. Где эта лестница. Да-да, вот эта вот проектированная лестница, которая... И говорят, что здесь ничего нет. Если что, молотком по балде дам. Не-не, вот это ты возьми. Чё, блядь? А, вот он. Твою мать, я думаю, что, где, почему. Так, вот это вот... Ну, короче, вы, наверное, не слышите. Вот это вот. Это не к добру. Это... Ну, сука, возьми. Да не это ты. Ты чё, вообще идиот? Чем ты это взял? Отлично. Короче, ребят, я шанс на спасение этих грёбаных детей. Так, пойду побегу, пожалуй, я заново, потому что я что-то не доверяю. Погнали, флеш идёт. Видите, даже желтая молния, как у флеша такая, сверкает. Прям я флеш какой-то. Быстрее открывайся, быстрее. Уи-хи! Да, я спас всю команду. Не впервой, конечно. Ладно, ребята, думаю, на этом мы с вами закончим. С вами был я, Полтрета 2, и всем пока.